Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Sleepcar». Ссылочка в описании. Ну что, ребята, всем салют, всем привет-привет. Мы с вами, точнее вы с нами, приехали погулять на Роза Хутор. Мы так давно этого хотели. Можете посмотреть предыдущий выпуск, как мы ехали, как мы попадали из плюс 5 у нас было в Эмеритинке в минус. Пока мы ехали, здесь был минус, но когда мы сюда приехали, плюс 1, снежочек тает, но здесь очень-очень кайфово. Как? Ноги мокрые. А, ты уже вся намокла, да? А, да. Смотрите, он такой липкий-липкий. Ну, короче, тает. Да. А я тебе сказала, зачем ты перчатки? Сними перчатки сейчас. Здесь, ребята, тепло. Плюс 1, может быть, даже уже плюс 2. К обеду, наверное, станет теплее. Посмотрите, какие красоты. Надо брать ботинки и не промокать перчатки, потому что они все. Ну да. Сани Дед Мороза. Кстати, я вам сразу не забыл рассказать про парковку. Смотрите, первый час 200 рублей, до 3 часов 300, до 4 450, по-моему, свыше до 24 часов, то есть свыше 4 и до 24 часов 550 рублей. Посмотрим, сколько выйдет парковка у нас. И в конце выпуска вы узнаете, сколько мы заплатим за парковку. Вот такие вот сугробы, и вот так вот тает снег, видите? Племпс. Вот так вот. Племпс. Ой, круть, круть, круть. Мы, кстати, сначала вообще проканулись возле перекрестка, но тут же набежали аж 3 охранника сразу. Так, так, вы надолго, вы куда? Туда-сюда. Вот, ну я не стал говорить, что мы там типа в перекресток. Сразу переставил на платную парковку, и ладно, бог с ней. Вот, просто одно дело, если бы здесь было там по 50 рублей парковка, а другое дело, когда здесь она по 200 в час, это, конечно, мощно. А вот вам жопа быка в экран. Юмор от Славяна. Да, у нас тут есть летние фотки с ним. А сейчас он вот в снегу. Правда, в таком сыром. Фотозона. Так, где мои? Пойдемте забирать. Кстати, вот еще про парковки. Видите, здесь вот стоят вот такие вот знаки. Вот парковка, но не более 10 минут работает эвакуатор. Здесь действительно работает они очень-очень быстро и хорошо. А мы как-то поставили лето в том году вот здесь вот свою машину. Volvo тогда у нас была. И нам прилетел штраф сверху. Не знаю, с чего они фотали. Может, на столбе где-то камера. А вообще я знаю, что здесь летают дроны и фотографируют. О, елочка, елочка. Артемка, пойдемте. Да, потому что я забыл. Пошли. А потому что, когда был Женька в гараже, он мне не позвонил оттуда. А я ходил по предметно, по полочкам. Ну ладно, что, в следующий раз попросим. В общем, разговор был про то, что нам родители отправляли посылку, она должна нам прийти завтра. А мы забыли коньки. У нас у всех есть коньки классные, а мы забыли. Ребятки, вот он зимний Роза Хутор. Сейчас перепрыгнем только сугроб.
сожалению, сегодня выпуск будет без дрона, потому что я узнал, что если здесь летаешь, то нужно получать обязательно разрешение у администрации, у сайта этих полетов. Вот, причем неважно, какой у тебя дрон. Здесь тебя просто, даже если ты получишь разрешение, здесь будут задалбливать, охранники будут подходить и спрашивать разрешение. У меня, короче, знакомая тут летала, и каждый охранник был ее. Поэтому, ребятки, сегодняшний выпуск без дрона. Но я думаю, он тут не особо нужен. Рекамзинта. Мы здесь жили в тот момент, когда в 19 году по телевизору тоже показывали. Здесь сильные сели сходили с гор. И вот эти все палатки, которые стоят, они упали в реку, пробили вот это вот ограждение. И все валялись тут. Здесь была по-настоящему такая, ну, не катастрофа, но было жестко. Клево. Еще не то, потому что, Надь, да, снег тает. Потому что она горная, она не замерзает. Ну вот так, она всегда холодная. Да, ребятки, это еще, конечно, не тот формат Роза Хутора, потому что мы тупо ходим по лужам. У детей, конечно, такие сноубутсы резиновые, а у нас не совсем резина. Настенька так вообще уже промокла, да, наверное? Есть, но еще игрушки. А кинь мне в портфеле. Давай закинем, не кинь ее утепленные, которые водонепроницаемые. Ага. И перчатки такие же. В общем, ребята, кто приедет, обязательно, да, детишкам берите перчатки, которые, либо варежки, которые не пропускают влагу, потому что мы взяли обычные перчатки и все. Вот они, перчатки. В кармане сушатся у меня. Да, как здесь классно. Как здесь классно. Плесень на столбу пошла. Это все паркинги, паркинги, отельчики. Классно, вон детская площадка. Может, до нее тоже дойдем, кстати? А? Господи, Артем как старый дед. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все? Так, ребятки, наша задача с вами дойти сейчас до площади Роза Хутора, посмотреть на эту елку, пофотографироваться и вам показать. О, как прекрасно, как прекрасно. Зымточка. Сугробики. Ребята, ловите чистого снега вам. Пьем. Это все отельчики, апартаменты. Что это такое? Отель Меркурий. Ваше состояние, Настенька. Как в сказке. Настенька из сказки попала в сказку. О, смотри, какой там вид красивый. Такой туманчик стелет прям. Пойдем, пацаны. Мальчишки, пойдемте. У Тёмы вообще весь мокрый, смотри. Да, жестко, ага. Он не понимает, он не понимает. Он говорит, говорит. Подъемнички работают, поднимаются туда в облака. Я, конечно, сейчас не знаю смысл туда сейчас ехать вот в такую погоду, потому что ничего не увидишь и будешь в полной влаге ходить. Наверное, не совсем сейчас. Но кто поднимался, напишите в комментах. Мы, конечно, очень сильно надеемся, что сезон вот-вот наступит. Опять-таки, вот опять здесь плюс, опять все тает. И если сейчас погода будет опять такая плюсовая держаться один день, то все сойдет. Потому что сегодня ребята, которые живут на поляне, знакомые, они выкладывали фотки, тут действительно такие сугробы нападали. То сейчас вот мы приехали, уже время к обеду, и все тут, все тает и тает и тает. И твой? Давай. Так, фотосессия. Давай, начнем. Давай. А? Не, нормально, давай. Спасибо. Ага. Новогодний, да? Родька, пойдем. Тём, пошлите. Может быть, нам повезет. Мы увидим Деда Мороза. Детишки что-нибудь расскажут. Артемчик, пойдемте. Артем. Да, здесь кайфово. Вот она,
камера была круто, когда свет снимала, когда хлопья летели, а сейчас да. Не, не, ну может быть сейчас, ну уже не пойдет, даже если пойдет, то пойдет дождь. Да. Да. Ну, здесь классно, вот говорю, мы тут хотели пожить зимой, но сейчас есть такая возможность сюда просто приезжать. Каждый день, конечно, не наездишься, но так раз в недельку, я думаю, можно, ну на выходные лучше не стоит, да, здесь будет жесть. Да, вот. Ну, поэтому можно приехать, да. В общем, будем вам показывать Красную Поляну, Роза Хутор, как она выглядит зимой. Может быть, вы будете заряжаться и тоже захотите провести какой-нибудь уикенд здесь. Может быть, возможно, даже вместе с нами приедете, встретимся, поболтаем. О, я уже вижу елку. Смотрите издалека. Вообще, я хотел сделать кадр другой. Я хотел вот отсюда, с дрона, вот так вот. И вон туда, но увы. Я пока не буду заморачиваться этим разрешением. Более подробно это все прошарю, как это сделать. И уже непосредственно приедем сюда с коптером. В Зым-то. Да, когда она бушевала, исходили сели, это было что-то невероятное. Классно, друзья, очень-очень классно. Так, кто собирается приехать, напишите, пожалуйста, в комментах. Посмотрим, сколько людей соберется приехать покатать. А может быть, кто-то уже купил билеты. Так, канатка стоит. Она, кстати, вообще вот это, по-моему, постоянно стоит. Вот план, все, что здесь есть. Мы где-то сейчас вот тут. Можно вот сюда пройти, здесь Роза Бич, Роза Пляж, Тропа Здоровья, мы тоже по ней ходили летом. Вот, ладно, пойдемте дальше. О, детворе вообще просто кайф, он кидается. Так, да, тут закрыто. Кого новый? Нет, мы здесь поднимались. Мы вот тут поднимались тогда, когда ездили летом в том году на Роза Пик. И сейчас вот она, может, на реставрации, а может быть, на обслуживании. Я помню, здесь такая была огромная-огромная очередь. Тут, я не знаю, метров, наверное, 300 она была. Ой, ну очень красиво. Блин, жаль, да, вот сейчас такая погода. Между-между, когда вот это вот гуляешь по вот этой слякоти. Ну что ж, ничего. Мы еще в любом случае приедем. Будем ездить и показывать, когда здесь будут прям уже сугробы-сугробы. Потому что пока это, короче, знаете, все, как ты как будто под ливнем гуляешь. Дети все, вообще штаны у них все мокрые. Не знаю, насколько нас хватит. Но тут очень круто. Вот она, елочка. Так, здесь что-то устанавливают, может быть, какую-то сцену, может, какое-то будет гуляние. Наше любимое заведение Чо Харчо. О, как мы далеко отстали. Ну да ладно. Это площадь. Мы как-то здесь гуляли тоже, когда летом. Здесь была такая крутая пенная вечеринка. И подъемники уходят туда, в небо. Класс. Ну а сейчас, ребята, в принципе, ради... Покажу вам, ради чего мы сюда приехали. Это, конечно же, увидеть Роза Хуторскую елку. Она прям великолепная. Вот, прекрасные часы и прекрасная елка. Блин, классная елка, да? Она сделана типа в виде такого елочного дома. Видите, у нее есть окошки. Сделали типа вход. Классно. Да, ночью здесь тоже своя атмосфера. Вечером, когда темнеет. Вот, видите, как клево. И, типа вход. Пойдемте по кругу пройдем.
раз. И сцена. Тоже, наверное, мероприятие какое-то будет. Ну, клево, клево. Ой, дети вообще просто не налазят. Да, интересно, конечно, как здесь будет, когда действительно же сейчас сугробы, так сказать, устаканятся, да, будут уже такие твердые. Ой, Радюха хулиган, да, Родион? Щеки красные. В общем, ребята, вон Настя вообще вот так вот мокрая. Видите, какие лужи? Пацаны вон по этим лужам гоняют. Вместо снега сегодня лужи. Поэтому нас вообще сейчас ни насколько не хватит. Сюда надо приезжать явно не сейчас. Либо ехать уже непосредственно повыше, где снег уже лежит. Вот мы сейчас, наверное, погреемся немножко в Макдаке. И домой. Вот. Ну, смотрите, дайте я подпишу. Ёпсель-мопсель. А как в машине вы будете ехать вообще? Пацаны, как в машине вы будете ехать? Как? Рассказывай, как, Родион? А ты? Как будете ехать, а? Ну, это капут. Парни, это... Не надо, Радюха, не надо так делать на меня. Да, ну поехали тогда все домой. Съездили, прокатились, посмотрели. Просто надо... В общем, друзья, вот на таком вот прекрасном месте завершаем с вами выпуск. Спасибо, что с нами погуляли. Напишите свое мнение, как вам Розахутер. Пишите, кто хочет приехать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк выпуску. Все, всех с наступающим. До новых выпусков, которые выйдут уже совсем скоро. Пока!